I realize this chair over here is supposed to honor me. But I have to fight to keep from not feeling old. Я понимаю, что принесли это кресло для того, чтобы почтить меня. Но я боюсь в смысле, что я старею, взрослею. Very young in heart. Но он молодой в сердце, Бог говорит. My wife and I went to serve her mother for 2.5 years. Моя жена и я, мы приехали в тот город и служили, смотрели за своим, за ее мамой 2 года. And we thought that we would live close to her, and so we rented a house just a block. И мы подумали, что мы будем там долго жить, поэтому мы арендовали дом рядом, где она находилась. And after a year, I couldn't stand it anymore. И после по истечению 1 года я уже не мог больше там находиться. Все, кто жили в том районе, они были люди пожилого возраста. I remember one day, you know these wheelchairs that are electric. Знаете, есть такие инвалидные коляски, которые они на электричестве. Моторчики есть. And the old people sit on them, they push their thumb, and they make it go fast and slow. Where my wife's mother lives, they're all over the place. So one day my wife went to the store, and while she was gone, I was home alone. И вот однажды моя жена пошла в магазин, а я находился сам дома. And we had a big window in the front of our house where I could see the sidewalk in front. И у нас в доме было большое такое окно и достаточно большое, что я видел, что происходило там на улице. And I saw this man come by with a helmet. He had a safari helmet on. Я увидел, как мужчина подъехал, подошел, и на нем был шлем такой с сафари, такая шляпа. He had on shorts, the safari shorts. У него, это каска была такая, как в сафари носит. Шорты. Long socks, safari socks. Которые носят сафари. Hiking boots. И такие ботинки, которые по горам ходят. Had a canteen of water slung over his shoulder. И также он имел две баклажки воды на веревке, которые через плечо. And a walking stick. A walking stick, a cane, to walk with. И также костыль, такой палочка. He looked like he was about 90 years old. И выглядел он где-то 90 лет, я бы сказала. And in his mind, he thought he was in Africa or somewhere. И я думаю, что в своем разуме он думал, что он находится в Африке где-то. And he came walking by in front of my house. И вот он ходил и перед моим домом так ходит. I thought to myself, я подумал, we're going to move. Мы, наверное, будем переезжать из этого. We're going to go across town. Мы на совершенно другой конец города переедем. I don't want my eyes to see that. Я не хочу, чтобы мои глаза видели все время одну и ту же картину. I'll get to feeling old myself. Потому что я буду чувствовать себя старым. And about that time, a lady at least 9 years old. At least 90 was in one of these electric chairs, motorized chairs, and she passed by right in front of the house. И тут же женщина, где-то может быть лет 90, которая сидела на своей коляске, и она видит, как она перемещается на большой скорости, и новая мотоцикл. Она. She had a shower cap on her head, pulled out like this. A shower cap. На голове у нее была. Вот этот кулечек для когда в душ ходишь, шляпа. And when they, I was around them for 2 years. I'm not making fun of it, but I. Вы знаете, я не говорю так, чтобы вы смеялись с этих людей. But when they pushed the button to go faster. Но когда они нажимали на кнопку, чтобы быстрее двигалось. Their chin goes farther out. И их подбородок вперед двигался. And so she went.
подъезжает как раз к моему дому. Get out of the car, она go in the house. Машину и заходит в дом. And that's what I said to my wife. И вот что я сказал моей жене. I am going to look for another place to live. Я буду искать другое место, куда переехать жить. She said, "What's wrong?" Она говорит, что с тобой, что случилось? I am getting to feel like they look. Я сказал, что дело в том, что я начинаю чувствовать то, так как они выглядят. I love them with all of my heart. Я люблю их всем своим сердцем. But I'm not old. Но я не стар. And I'm not gonna get old. И я не хочу и не буду стариться. I'm gonna keep a young heart all of my life. У меня я буду держать сердце молодым до конца своей жизни. So, my mother-in-law is 96 years old. Хотя мама моей жены 96 лет. And she is not old. И вы знаете, она не старая. She teaches computer. Она преподает компьютеры. She writes books. Она пишет книги. She researches on the computer. Она делает исследования на компьютерах. And she has classes all the time. И у нее классы все время. She teaches Bible classes to this day. Она даже библейские уроки, библейскую школу преподает. 96 years old. 96 лет. She's young in heart. Она молодая в сердце. That's how I want to be. Вот таким я хочу быть. Hallelujah. Hallelujah. Pastor John Osteen's church one time. Однажды я был в церкви Джона Остина. Down in Houston, Texas. Houston. And he was teaching I don't want you to turn there, but he was teaching out of Ephesians chapter 4. И вот он учил однажды с книги Ефесяна 4 глава. And he was teaching that about every joint supplies something for the whole body. И он говорил о том, чтобы было снаряжение для всего дома. That every member has something to add. И он говорил о том, что каждый член общины или церкви имеет что-то, что можно добавить. Every member has a gift. Каждый член имеет дар для тела. And I'll never forget what he said. И я никогда не забуду то, что он сказал. And this relates to Pastor Walt's message. И это относится к посланию, которое сказал пастор Уолт. Come here, just a moment. Подойди, пожалуйста, ты. Yeah. Okay, you turn this way. А ты повернись в эту сторону. He said, if you're part of the body, you have faith. И он сказал, что если ты часть тела. And he said, if you get a person in front of you and behind you. Если у тебя будет человек впереди и сзади тебя. You'll have one person. Let's leave the sand. Put the sand back here. You'll have one person pulling you. У тебя будет один человек, который будет тебя. Put your hand on my back. Будет тянуть тебя. And you'll have one person pushing you. И один человек, который будет тебя толкать. We need the whole body. И нам нужно одно тело. When it comes to discipline. Когда дело приходит к дисциплине. I need you and you need me. Я нуждаюсь в вас и вы нуждаетесь во мне. Аминь. I need Pastor Walt. Мне нужен пастор Уолт. We need to push and we need to pull. И мы должны толкать, и нам нужен кто-то, кто бы нас тянул. Push and pull. Толкать и тянуть. You see? Видите? To help each other in discipline. Для чего? Для того, чтобы помогать друг другу. Now, what I want to share about. И с чем я хочу поделиться? Is in 1 Corinthians. Это первая книга 1 Коринфян. And it's in chapter 4. И это в 4 главе. One verse is all I'm going to read to you. Один стих всего лишь я вам прочитаю. Because Paul tells the Corinthian church something that I think is very important. Потому что Павел обращается, я верю, что это очень важно. Chapter 4, verse 15. 15 стих. For though you might have 10,000 teachers or instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас в Иешуа Хамашия, в благовествовании. Sometimes when people teach, it's about how good we are. Иногда люди учат, насколько хороши мы являемся. It's about how well did I do when I taught. Как хорошо справляюсь я, когда я говорю. And I think that's valid. It's okay. И я считаю, что это нормально, это неплохо.
But with fathers, it's about children. Но когда речь идет о отцах, то смысл заключается в детях. Fathers are about other people. Потому что отцы, они другие люди. We're past the place. Fathers are past the place of trying to be impressive. И сейчас уже прошло то время, где отцы пытаются впечатлить себя. We just want to help other people. Мы на самом деле хотим помочь другим людям. I come to you tonight as a father. И я пришел к вам сегодня как отец. And I want to share some things with you that I would do differently if I had it to do over. Я хотела поделиться с вами, что бы я сделал по-другому, если бы вернуть время назад. You know, I pastored for 28 years. Вы знаете, я пастор 28 лет ту же самую церковь. And then I left for 7 years. А потом я ушел. And now меня не было 7 лет. And now I have been back 14 months. И сейчас уже 14 месяцев, как я вернулся. Pastoring the same church. Ту же самую церковь я сейчас пастырю. While I was gone that 7 years, I thought, what would I do differently if I had a chance to do it over again? И когда я ушел, когда меня не было в этой церкви, я думал, что бы я сделал, как бы я пастырствовал, если бы было вернуть то время. I feel like I did a lot of things right. Я чувствовал, что я делал все правильно. And много вещей правильно. I say that to the glory of God. И я это говорю для славы Господа. Because we were very successful in what God called us to do. Потому что в то время мы были очень успешны к тому, к чему Бог нас призвал. So a lot of things had to be done properly and done by the leadership of the Lord. И необходимо было, чтобы очень многие вещи были сделаны правильно под руководством Господа. But I want to run through a list of things that I did wrong. Но я хочу назвать те вещи, которые я делал неправильно. And I think they will help every pastor in here. Я хочу, что это поможет каждому лидеру и каждому пастору. Because I would like to go back and change it. Now I have the opportunity to do that. Потому что я могу вернуться назад и изменить, потому что у меня появилась эта возможность. I made my own list ahead of time and didn't even realize it. И я на самом деле написал, что мне бы необходимо было сделать намного заранее. So here we go. И вот мы начинаем. Number one. Первое. I would not procrastinate. I would not put things off for the future. Я бы не откладывал дела, которые были необходимы сейчас сделать, на будущее. I wouldn't procrastinate and I wouldn't put things off and I wouldn't put people off and not talk to them. I wouldn't wait till the future. Я, если нужно было поговорить с людьми, я бы сразу с ними говорил. Я бы не откладывал время. Things like calling people back promptly. Например, если человек позвонил мне, я бы сразу бы ему перезвонил. Things like taking care of things tomorrow that I could do today. И те вещи, которые мне сегодня необходимо было бы сделать, а но я откладывал на завтра, я бы сегодня делал. I wouldn't put off confronting people or clarifying things whenever it needed to be done. Если бы конфронтация необходимо было бы сделать, я бы сейчас бы сделал, я бы не откладывал, чтобы конфронтировать человека. I always had the idea, well, hey, if I just wait, it'll go away. У меня была такая идея, ну ничего, я подожду, время пройдет, и оно пройдет. Church problems never just go away. Потому что церковные проблемы, они никогда не проходят. They have to be clarified, and they have to be clarified soon, not later. Но в церкви необходимо, чтобы была ясность, и ясность чем быстрее, тем лучше. I did all kinds of things to put things off. Я делал я причины находил разные для того, чтобы откладывать. I never did put off paying my bills. Но я никогда не откладывал платежки. If I did that, I wouldn't have a house to live in. Потому что если бы я откладывал платежи, я бы не имел дома, в котором я живу. But I did put off other things. Но я откладывал другие вещи. And I would, even when people would call. И даже когда люди звонили. I would say, Sybil, you answer the phone. Я говорю, Сибил, пожалуйста, ответьте. You know, I'm not ready to talk Потому to что я не готова говорить с этими людьми. I really think I would do things differently. Сейчас я думаю, что я бы по-другому себя вела. I just wouldn't let anyone have my phone number. Я бы не позволил никому иметь мой телефон. I'm joking. Я шучу. I used to tell when the phone would ring and I wouldn't want to talk to someone.
Если телефон звенел, и я не хотел говорить с людьми, and I didn't want Sybil to tell a lie, и я не хотела, чтобы Сибил она обманывала, I would say, answer the phone, я говорил, ответь по телефону, and tell them that I'm in the bathtub. И скажи, что я купаюсь. And I would run into the bathroom, и я бегу в туалет. I would run into the bathroom and I would jump in the bathtub and just stand there. И я бегал в душевую и становился под душем. And so pick up the phone and say, may I speak to Brother Griffin, please? И если Сибил брала трубку, и могу ли я поговорить с братом Гриффином? She would say, I'm sorry, he's in the bathtub right now. Она бы сказала, извините, он сейчас в душевую. I wouldn't put that off. I wouldn't do that anymore. Я бы сейчас так не поступал. I love people, you know? Любите Just людей. Love them. Любите Number two. I'd be more careful. Я бы был более осторожен. In releasing the pulpit to other people. Высвобождайте платформу для других людей. I used to really be free with who could preach at our church. Я раньше был настолько свободным, любой мог прийти проповедовать с нашей сцены. But I found out that it did not add to our focus on the target. Но потом я выяснил, что это не добавило к тому фокусу, которому мы имели, к видению. If we continue doing these things, we'll not reach our dream. И если мы будем продолжать это делать, то мы не будем достигать нашу цель. If we continue doing these things, and in my opinion, if we continue doing these things, we will not be a people that would provoke anyone to jealousy. Если мы будем такими людьми, это мое мнение, то, если мы будем так поступать, то мы окажемся теми людьми, что мы не побудем ревность ни в ком. But we need to discipline ourselves. Нам нужно дисциплинировать себя. Don't let just anyone preach in your pulpit. Не позволяйте просто любому человеку, чтобы он взял и делился словом. You may not like what I'm saying, and someone else here may not like. Может быть, вам не нравится то, что я и говорю. But even people in your own congregation. Но даже люди в вашей общине. No, they'll come up and they'll say, I'd like to preach from the pulpit. И может быть, люди в общине говорят, я хочу проповедовать со сцены. Вот дай мне, я хочу сказать проповедь. I had a woman come to me. She was the wife of one of our elders. Я имел женщину, которая она была жена одного из нашего служителя. And she said, I'm really upset with you. И говорит, я рассержена на тебя. I said, why are you upset? Я говорю, почему ты обижена? She said, you let my husband preach. Ты позволяешь моему мужу проповедовать. But I don't get to preach. Но я не проповедую. So I want to preach in the pulpit. Но я хочу проповедовать со сцены. I said, I can't let you preach. Я говорю, я не могу позволить тебе проповедовать со сцены. You don't show any evidence that you're a minister. У тебя нету никакого доказательства, что ты служитель. Well, I don't care if you let my husband preach, then I want to preach. Потому что если мой муж проповедует, значит я хочу проповедовать. So what it does oftentimes it creates in a person the feeling that they should pastor a church. И что позволяет, что женщины иногда чувствуют, что они должны пасторствовать церквями. When someone preaches, there will always be someone that will come up to them and brag on. Когда кто-то проповедует, всегда подойдет кто-то, кто будет хвалить его. If we let them preach when they're too young, it will cause them to be elevated in their pride. Если мы позволим слишком рано, чтобы они были служителями, то очень быстро они поднимутся в гордости. And кто-то потом навредит им. A lot of people don't know how to handle when people brag on. Много людей, они просто не справляются, когда много людей хвалят в каких-то, когда они проповедуют. There was a young man who was preaching after he got through preaching. A fellow came up to him. Был один человек, который проповедовал, и после окончания проповеди другой человек подошел к нему. And he said to him, "Oh, that was really a good message." И он сказал, "О, это было чудесное послание." And the young man said, "Oh, that wasn't me, that was God." Он сказал, "О, это не я, это Бог." He just said it with that proud, you know. Но он сказал с таким гордым видом. Oh, that really wasn't me. Это на самом деле это был не я, это был Бог. And the fellow looked at him and said, "Oh no, that wasn't God, because God could have done better."
тот человек, а другой сказал, говорит, нет, это не был Бог. Потому что если бы это был бы Бог, то он бы лучше сделал. Так что вам нужно быть очень осторожным. Кому вы позволяете делиться словом? Number three. Номер три. I would wait longer before I ordained elders. Я бы намного дольше ждал, пока рукополагать служителей, старейшин. If someone needs a title, если кому-то нужен титул, they don't need a title. Им не нужен титул. If someone just wants to be an elder because если кто-то хочет быть старейшиной, they want to be someone important in the church, потому что они хотят быть важными в общине, they don't need it. Им это не нужно. And we need to wait until we see the proof of ministry. И нам нужно ждать и видеть, когда будут плоды у этих людей в служении, когда есть плоды в служении. Now this is, I'm telling you, this may not be important to some of you, but to pastors, listen. Может быть, для вас это не важно, но для пастырей. Я считаю, что это очень важно, то, что я говорю сейчас. Let them walk with you a year, 2 years, 3 years. Посмотрите, чтобы эти люди ходили рядом с вами год, два, сколько нужно. Let them carry the responsibility of being an elder. Пусть они несут ответственность старейшины. So that when you finally do ordain them, everyone already knows they're an elder. Как старейшины, тогда они будут нести ответственность. All you're doing is confirming what everyone already knows. They're confirming what everyone already knows once you ordain them. Потому что когда вы рукополагаете старейшин, что происходит, это всего лишь вы подтверждаете то, что все другие считают. In other words, if you ordain an elder, другими словами, если вы рукополагаете старейшину, and the congregation goes, huh? И община идет, а? You've ordained the wrong guy. Знаете, что вы рукоположили неправильного человека. Do you know what I mean? Вы знаете, о чем я говорю? Да. Because they've not been an elder to the body, or they wouldn't be wondering. Потому why. Что они никогда не были старейшим в этом теле, why и поэтому люди that? Удивлены. Почему вы это делаете? Give почему вы это time. Сделали? Give them time to be tested. Поэтому дайте время, протестируйте. Number four. Четвертое. And I mentioned this last night. И я упомянула это вчера. I would be disciplined enough to set in place a strategic plan. Я бы себя дисциплинировал в том, чтобы у меня был стратегический план. To equip and release elders. Чтобы снаряжать и высвобождать старейшин или лидеров. Or other leaders in the body of Christ. Или других лидеров, которые находятся в теле. Just don't always think, as I said last night, don't think they're going to be with you forever. Знайте, что люди никогда не всегда будут с вами. See them as a partner. Смотрите на них как на партнеров. One of these days they may be moving on. В один из этих дней, а может быть, они уедут, переедут в другие места. They may want to have their own congregation. Может быть, они захотят начать свои общины. It really is okay. Ну, нормально. Why don't we do it right? Почему бы нам не делать это правильно? Go meet with them once a year anyway. Идите, встречайтесь с ним раз в году. And say, where do you want to be in the next 5 years? И скажите, где вы хотите быть через 5 лет? What is your heart's desire? Какое ваше желание на сердце? Pastor, we've got to work with the leaders. Пастыря, вам необходимо работать с лидерами. Meet with them and dig into their heart. Find out what it is they want. Узнайте, какая у них есть нужда, что они хотят. Find out what they believe God wants with their life. Узнайте, что они думают, что Бог хочет от них, от их жизни. Then help them reach that goal. И помогите им достичь их плана. Don't be jealous of them. Не ревнуйте. Equip them. Снаряжайте их. And then make a plan to release them. И сделайте план, чтобы высвобождать их. And begin to start congregations all over the place. И начните общины везде, по всем местам. Begin to start other works everywhere. Начинайте другие работы везде. And that's to the glory of God. И это для славы Божьей. Don't be jealous and hold back. Не позвольте им быть завистливым или ревновать. Don't think someone is better than you. И не думайте, что кто-то лучше, чем вы. And because they're better than you. Потому что они лучше, чем вы. You're not going to give them an opportunity. И вы что, не дадите им возможность? Слушайте. Hey, pray that they're better than you. Послушайте, молитесь, чтобы они были лучше, чем вы. I'm going to tell you, pastor, something. Я вам хочу сказать, пастыря, сейчас нечто. When people join the church, когда люди присоединяются в общину, they like you. Им нравится вы. They wouldn't join the church if they didn't like you. Если бы не вы, если бы вы им не нравились,
присоединились к вашей церкви и общине. Они сначала приходят, посещают общины. They listen to who's preaching. Они слушают, кто проповедует. And if they like who's preaching, и если им нравится, кто проповедует, they will trust who's preaching. Тогда они будут доверять этой проповеди. And they'll join the church with a heart full of trust. Они присоединятся к общине с сердцем доверия. If you let someone preach from your pulpit, но если вы позволите кому-то проповедовать с вашей сцены, that is not as anointed as you, которая не является на таком уровне помазания, которым вы являетесь, that doesn't have your heart, который не имеет вашего сердца, you are hurting yourself and the church. Вы сами себя раните и ваши общины раните. You want people in your pulpit who can preach better than you. Вам необходимо желать, чтобы на вашей сцене проповедовали люди, как вы или лучше вас. And if you don't have them in the local congregation, и если вы не имеете в вашей общине, в вашей поместной общине таких людей, then don't let them preach. Тогда не позволяйте проповедовать в вашей общине. Get other people like Pastor Walt. Пригласите других пасторов, таких как пастор Walt или других. Позвольте другим прийти. But not someone else. Но не. You hurt yourself in your life. Но не другим людей, которые ниже по уровню помазания. Don't understand what I'm saying. Потому что это будет ранить ваши общины. Понимаете, о чем я говорю? Don't be jealous of them. И не ревнуйте, не завидуйте. One time in the life of Shady Grove. Однажды в жизни Shady Grove. I had four elders who could preach better than I could. У меня в один раз было четыре старейшины, которые проповедовали лучше, чем я. I felt like that. И вы знаете, я чувствовал вот так. Like a proud papa. Я чувствовал себя как гордый папа. Look at those. Посмотрите guys. На этих ребят. And they'd get up and preach, and I'd get excited. И когда они проповедовали, я радовался за них. But they had my heart. Но они имели мое сердце. They could preach better. Они могли проповедовать лучше. And I loved it. И мне это нравилось. That's what we need in вот the church today. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно в церкви сегодня. We will equip people. Мы будем снаряжать людей. And release people. И мы будем освобождать людей. And start more congregations. И они будут начинать больше общин. But we need to do it right. Но нам нужно делать это правильно. You know, on the major freeways. Вы знаете, на основных таких дорогах. On major highways, there's always an exit ramp. На основных дорогах, трассах есть выходы такие, много выходов. So you're looking на второстепенные дороги. You're looking for the street you want to get off of. И вот вы смотрите на эти знаки и ищете улицу подходящую, и вы выезжаете. You're driving along and you hardly едете, have to slow down. И сам едете и практически не сбавляя скорость, выезжаете. You just go zip right on. И вы так zip, выезжаете and на дорогу. You reach your destination. И вы достигаете своей цели. No one hits you. И никто вас не бьет. No one thinks anything wrong. Никто не думает, что что-то неправильно с тобой. In the same way, we need to raise up leaders in the church. Так же самое нам нужно поднимать лидеров в церквах. We can be driving along. И мы едем сами. And a pastor goes zip. И пастор раз и выехал. Another one goes zip. И потом другой раз другой выехал. Starting congregations everywhere. И они начинают общины везде. Yes, Lord. Да, это хорошо, Господь. This is what we need. Number four. Номер четыре. Oh, number five. That's exactly right. Number five. I would never promise things to people in order to keep them in the church. Я бы никогда не обещал людям позиции для того, чтобы они оставались в церкви. I've been guilty of this before. Вы знаете, что я виноват в этом. I hear someone's unhappy and they may be leaving the congregation. Я слышал, что кто-то вот недоволен чем-то и они собираются уходить. I'd go meet with them and I'd say. Я бы пошел встречался с ними бы. What could I do to persuade you to stay? Ну что я могу сделать тебе, чтобы ты оставался? They'd say, I'd like to be an usher in the church. О, я хочу в группе порядка быть. Or I'd like to be a Sunday school teacher. Или я хочу быть учителем воскресной школы. Or I might say, well, you know what? One of these days, I'm going to have a place open for you to be a Sunday school director. Я бы говорил, слушай, я когда придет время и будет открытое место, и может быть ты получишь место директора воскресной школы. Don't do it. Не делайте этого. It won't work. Это не будет работать. I've tried it, it я пытался, work. И это не работает. If someone comes to you and they want to leave, если кто-то приходит к вам, и они хотят уехать, let them go. Позволим. Уехать.
уйти. Bless them. Благослови их, пусть они идут. Because if you try to keep them, потому что если вы попытаетесь, чтобы and their heart is not with you, и их сердце не с вами, they're gonna bite you. Они вас укусят. Они будут вас кусать. Y'all know what I'm saying? Вы знаете, о чем я говорю? All right. Number six. See, here's the thing. Everyone's not expected to have the same kind of church. Вы знаете, что нет ожидания, что все будут иметь похожие общины. With the children of Israel, we had 12 tribes. С Израилем там было 12 колен. But they were all the people of God. Но это были все люди Божьи. They flew under a different banner. Они, they all had 12 banners. У них у всех было 12 знаков разных. And I feel like the body of Christ is that way. Я верю, что тело Мессии та же самая. I think we have different tribes in the body of Christ. Тело Мессии. I mean, I don't know their names, and I wouldn't even try. Разные колена. Они разные имена имеют. But I believe that there's a church for everyone. Но я верю, что есть община для каждого. And when they find it, it'll be a good fit. И когда каждый найдет общину, то это будет хорошее, ну. In America, there's almost a church on every block. Вы знаете, в Америке церковь находится практически на каждом квартале. So, hey, bye. Слушай, до свидания. Ты можешь идти. I love you, but я люблю тебя. You're not happy here. Но если ты несчастлив здесь, find some place where найди другое место, где ты будешь счастлив. But don't promise them something. Но не обещайте ничего. Number seven. Номер семь. Oh, number six. Номер шесть. Once a thing has been delegated to someone to когда кто-то делегирует вам делать что-то, and we've been talking about delegation. И мы говорим о делегировании. I would watch the way that person functions. I've watched them better. То я бы сейчас больше бы за ними наблюдал, как они вообще исполняют. I would keep a stronger line of accountability. То, что я им поручил, я бы больше за ними наблюдал, я бы требовал подотчетности от них больше. Pastors, I had a problem of just finding someone, making sure they're equipped. Пастыря, я бы адресую сейчас, если бы я нашел человека, и он снаряжен. And releasing them in the ministry and just never taking any accountability. И вы видите, что он талантлив, одарен и помазан, и вы просто его отпускаете, поручаете ему какое-то дело, отпускаете, и он не подотчетен, то я имею проблему с этим. And I would say, well, just go do it. И я бы сказал, иди и делай. And what it shows is that I wasn't interested and I didn't care. Что этим показывает, что я не заинтересован и мне все равно, что ты там будешь делать. So that's another thing that I would change. I would keep closer accountability. Чтобы я бы, это я так поступала, чтобы я бы сейчас делал, я бы больше подотчетности требовал от этих людей. Number seven. Седьмое. I would not equate what I say as having been done. I wouldn't, how is that? I wouldn't say things and think because I said it, it was the same thing as doing it. Я бы сейчас не говорил, из-за того, что я сказал, это означало, что это было сделано. See, preachers are good at talking. Вы знаете, проповедники, они хороши в том, чтобы говорить. And we can make plans in our head. И мы можем планировать в нашей голове. And we can see good things to do. И мы можем видеть хорошие вещи, которые мы можем сделать. And we can get up and preach about. И мы можем встать и проповедовать. And then never do anything about it. И потом мы ничего не будем делать. We just leave it at the pulpit. И мы оставляем это на сцене. We think because we get people excited about something, that's it. И если мы побуждаем, чтобы люди радовались или подхватили что-то и восторженно, и оставить, и больше ничего не делать. If we say something, we need to do it. И если мы говорим что-то, мы должны это сделать. Do you know what it does? It defrauds people. Defrauds people. Знаете, что...
Это обман. In the New Testament, the word defraud is usually mentioned in sexual terms. И в Старом Завете написано, что не обманывайте друг друга, что вот это и есть это слово. What it means is that we created people. Что это означает? A hunger to do something that's not righteous. Это значит, что мы побуждаем в людях, чтобы они имели жажду или голод делать что-то, что есть неправильно. So really you're creating a hunger in someone and you're not going to do anything about it because вы возбуждаете в человеке жажду или желание что-то делать, и потом вы ничего это не делаете, и этот человек чувствует себя обманутым. So you build everybody up. Вы подняли дух всех. Look at what we're going to do. Посмотрите, что мы будем делать. I mean, we're going to build this, мы будем we're going это строить, и мы будем это делать, и это делать. We're going to start this ministry and мы начнем это служение. We're going to send this person overseas. И мы пошлем этого человека за границу, будет миссионером. And then when you get out of the pulpit, that's the end of it. А когда вы вышли со сцены, все, это закончилось. I'm telling you, early in my ministry, я хочу вам сказать, что когда я начинал служение, я виноват в этом. Somehow I thought because I preached it, that's and people got excited about it, that was enough. Почему-то я думал, что если я буду проповедовать, и людям это понравилось, этого достаточно. Number eight. Восьмое. Even though I would be involved in it, I don't want to write a check. You remember, I don't want to sign a check. Помните, я говорил, что я не подписываю чеки. And I don't want to handle money. И я не хочу с деньгами иметь дело. I would keep closer oversight. Но я finances. Контролирую финансы. Keep closer oversight of the finances. Я наблюдаю или руковожу за финансами. I just thought our financial people would take care of it. Я раньше думал, что финансисты есть в церквях или общинах, и они контролируют финансы. So just tell me how much money came in. И я раньше говорил, скажите, сколько людей и сколько поступило, пришло денег. But I needed to sit down and talk with the bookkeeper. Но мне нужно было сесть и разбираться. I needed to look at the details of the budget. Мне надо было посмотреть детально бюджеты служений. And I didn't do that. А я этого не делал. I'm doing it now. Сейчас я это делаю. But I didn't do it. Но я раньше этого не делал. So please hear me. If you have someone else handling the finances. Если у вас есть в общинах кто-то, кто держит финансы. I'm not saying don't trust them. I'm not saying. Я не говорю о том, что не доверяйте им. I'm just saying make sure you know how you are financially. Что будьте уверены и знайте, что происходит с финансами. All of these are things I didn't do. Все эти вещи я не делал, но я сейчас изменил. And I have changed this and я изменил, in the process of changing. И я в процессе изменения. Number nine. Девятое. I would not be as critical of others. Я бы не критиковал других. Who don't do things the way. Которые не делают. I think they should be. Так как я считаю, что они должны сделать. When I was in the ministry. Когда я был в служении. At first, I thought everyone had to do everything the way I would do it. Я думал, что все должны делать так, как я считаю, как они должны сделать. And if they didn't do it that way, I would. Если они так не делали. I just get critical. Now, то я начинал критиковать, если они не делали так, как я считал, and как они должны делать. You need to change the way you do it. И я шел к ним, и я им говорил, вот здесь нужно изменить вот это, а там нужно изменить то. I would allow people more creativity in doing their task. Я бы позволял, чтобы сейчас я бы позволял, чтобы люди были более творческими. Don't hold them in so tight that they have to do it just like you would do it. Не говорите им, как вы хотите делать детально. I found most of the time that people would do it better than I could do it. И я узнал, что люди могут делать лучше, чем я бы сделал. Those of you who are not pastors, I may be revealing things to you. И те из вас, которые не являются пастырями, может быть, я слишком много открываю вам. Most pastors really do think they can do it the best way. Но я вам хочу сказать, что все пастыря, большинство пастырей, они делают это самое лучшее, как они умеют это делать. Они делают лучше всех. А они делают лучше всех, считают. And what? They think that they do the best that they can.
We most pastors really do think we can do it better than anybody else. Что большинство пастырей думают, что они делают лучше, чем все. And you know what? That's one of the reasons. That's one of the reasons they're a pastor. I didn't know that. You didn't know that. Oh, вот поэтому они и пастыря. But they really can be that way, and people really can do things better than we can do things. We have to trust the Lord in that. И нам нужно доверять Господу. Number nine. Девятое. Number 10. Number 10. I would pastor the worship better. Я бы пасторствовал поклонением лучше. It just used to be that, hey, if someone wanted to do something in worship, it must be the Spirit. И я думал, что если кто-то должен поклоняться или во время поклонения что-то происходит хорошее, то я думал, это Дух Святого работа. It didn't matter if it looked crazy or what. Оно не означает, было бы это... If the band was playing and someone was singing, then whatever they did must be okay. She's going to get some water. I had the tendency during the worship service. У меня была тенденция, что во время поклонения, во время собрания. While the music was playing and while the people were singing. Когда группа прославления поклонения пела и люди пели. That if someone wanted to do something that looked weird. Если кто-то что-то хотел делать, и оно выглядело странно, но движение странное. I thought, that's okay. И я думал, о, ничего страшного. I mean, maybe that was just the Spirit of God. Я думал, ну, это Дух Святой работает в сердце человека. And I didn't pastor it very closely. И я не наблюдал за этим. You know what I mean? Anyone Вы знаете, о чем я говорю? Кто-то может подтвердить то, что я говорю, да? We had one man. У нас был один мужчина. Every service. Каждое служение, каждое собрание. It didn't matter whether the Spirit was moving or not. И вот не имело значения, двигал дух или не двигал. He would go get a banner. Он брал знамя. One of those tall banners. Такие большие знамя. And he'd dance across the front. И вот он и шел впереди, шел танцевать. Не имело значения. He's going to do it every service. Он это каждое служение делал. And we had one lady. И вот одна женщина была. I called her Miss Twirlybird. Twirly bird. Я говорил, что это мисс птичка какая-то. And every Sunday she had to come down. Каждое воскресенье она выходила вперед. And she had to twirl across the front. И вот она должна впереди покружиться, вот так вот впереди. It didn't matter whether the Spirit was moving. Не имело значения, действовал дух или не действовал. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. I didn't want to hurt people's feelings. Я не хотел обижать людей. But by not pastoring Но не пастырствуя во время поклонения, there were more feelings hurt. Вы знаете, что больше людей, они были обижены Because тем, что я не останавливала эти вещи. Are you following what Вы I'm saying? Следите See, за тем, что я говорю, да? Zacchaeus was a wee little man. Помните, Закхей был маленьким человеком. He lived in Jericho. Он жил в Иерихоне. And Jesus, he heard that Jesus was coming to Jericho. И он слышал, что Иисус приходит в Иерихон. So Zacchaeus climbed up in a tree. И вот Закхей поднимался по Because he was a short man. Он поднялся на дерево, потому что он хотел And he wanted to see Jesus. Он был короткий. И маленький. And so Jesus потому что он хотел увидеть Иисуса. And so Jesus was walking by, и Иисус проходит. And he looks up in the tree and he sees и он смотрит Zacchaeus. На дерево и видит Закхея. Now Zacchaeus is a pretty popular man. И вы знаете, в городе Закхей был достаточно влиятельным. Everybody он был популярным. И все знали о нем. So he looks up and he says, Поэтому он смотрит на него. Hey, come down here, Zacchaeus. О, спустись, подойди сюда, Закхей. I'm going to go to your house. Я пойду к
тебе домой, и я буду вечерить с тобой. Сегодня спасение пришло в твой дом. Закей был настолько рад, что он не мог сдержать радость свою. No one thought anything about Zacchaeus being in the tree. Но видите, никто не думал о том, когда он был на дереве. Why? Почему? Because Jesus was passing by. Потому что Иешуа проходил мимо. Аминь. What if Zacchaeus had been in the tree and no one passing, Jesus wasn't passing by? А представьте, если Закхей был на дереве и Иешуа не проходил мимо. Everybody would think he was crazy. Все бы подумали, что он ненормальный. I have a friend who is from New Zealand. У меня есть друг, который живет в Новой Зеландии. And she said the Queen would come to New Zealand to visit every now and then. И королева время от времени приезжает и навещает Новую Зеландию. And said people would just line the streets. И он говорил, что люди просто на улице выстраивались, потому что они хотели увидеть королеву. This friend of mine is a little short lady. Her name is Vivian Hilbert. А мой друг это женщина. Ее зовут Vivian Hilbert. Она небольшого роста. She couldn't see. И она не могла видеть. So they had these big trash dumpsters. И вот на улице были мусорные ящики. And so I'm messing with you. So she'd climb up on the trash dumpster. И вот она поднялась на этот мусорный ящик. And the queen's coming by. И вот она стоит на этом мусорном ящике, и королева проходит мимо. And the queen would look up and go. И королева посмотрела на нее и вот так помахала. Let's suppose. Давайте себе представим, что нет толпы. And no и королева не проходит мимо. And my friend Vivian is up on the trash dumpster going. И мой друг Vivian стоит на мусорном ящике и машет. What would they do with my friend? Что бы эти люди делали с моим другом? They'd send the ambulance by there. Они бы, наверное, прислали всю больницу, скорую помощь. Listen to what I am saying. Послушайте, что я говорю. I believe in freedom of worship. Я верю в свободу поклонения. I believe in raising hands. Я верю, even shouting. Когда мы поднимаем руки, когда мы прыгаем, когда мы танцуем. Falling out in the Holy Spirit. Когда люди падают в Духе Святом. I believe in carrying banners. I believe in all that. Мы можем поднять и знамена и флаговать. But pastor, we have to discern. Нам нужно различать. We have to hear the Spirit. Нам нужно слышать голос. Is Jesus passing by? Проходит ли Иешуа мимо? If he's passing by. Если он проходит. Go for it. Идите. If he's not passing by. Если он не проходит. Keep praying. Продолжайте молиться. Y'all follow what I'm saying? Вы слышите, что я говорю? I mean, I came in here this afternoon. Я пришел this сегодня. Morning. Yeah, this morning. I came in here this morning. Я пришел утром. And this band was playing. И команда играла. I'm telling you what, the presence of God was so heavy in this place. И присутствие Божье такое было сильное. I just wanted to bawl. I wanted to cry. Я хотел плакать. It was wonderful. Это было настолько прекрасно. If someone had started running around us, it'd have been all right. Если кто-то здесь бы бегал вот так вокруг, это было бы нормально. If we gathered up in the dance, it'd be great. Если бы мы здесь танцевали, это было бы хорошо. Jesus was here. Иешуа был здесь. Last night. Вчера вечером. I came in here late. Я пришел вечером поздно. После собрания. My, that band was boom. И эта группа, она так играла сильно. We could hear it to the end of the building. Мы могли слышать, находясь в конце того здания. But we walked in and looked in the door. Но когда мы зашли, эти ребята, они так играют. They're just playing to Jesus. Они поют Иешуа всем своим сердцем. And people are dancing all over the place. Люди танцуют all the way around. Везде они танцевали. Jesus is here. Иешуа был.
But every one of us here knows. Но каждый из нас из здесь присутствующих знает. We know when that time is right. Мы знаем, когда это время правильно. And I say, go for it. И я говорю, идите вперед. Don't hold back. Не удерживайте. But pastors, you're going to have some people. Но пастыря, у вас будут люди, who want attention. Которые хотят всего лишь внимания. They want to draw attention to themselves. Они хотят привлекать внимание к себе. And they'll do things when, и они будут делать when Jesus is not passing by. Странные вещи, которые, или дела, которые Иешуа не проходит. And we need to pastor those people. И нам необходимо руководить или пастырствовать, или на самом деле следить за этим. Teach them how to be sensitive. И учите их, как они должны быть чувствительны, когда присутствие Божье. Если они всего лишь, только которые они делают, угадайте, что... Если только они одни, а вся община ничего не делает, это будьте уверены, что Иешуа не проходит мимо. Но если у вас есть группа, you've got a pastor, у вас есть пастор, you've got elders, у вас есть старейшины, у вас есть другие you've лидеры, got the whole congregation, у вас есть община, and if nobody's doing anything и but если one никто person, не делает ничего, но только один человек что-то делает, what's that person hearing? Что человек слышит? The rest of us are not hearing that. Все не слышат, только этот один человек слышит. Y'all with me? Вы со мной? Now I'm not talking about prophecy. Obviously, one person doesn't prophesy. Я не говорю о пророчестве, потому что возможно бывает такое, что человек один получает пророчество. But then the spirit of prophecy is there. Но тогда дух пророчества находится там. We will at Shady Grove. We will have worship services when no one prophesies. И были у нас в Shady Grove церкви собрания, поклонения, где никто не пророчествует. You know, Paul said that everyone could prophesy. Апостол Павел говорит, что все могут пророчествовать. But a mantle will come on the congregation. Но помазание придет на общину. And when that mantle comes, everybody else will prophesy. Приходит, тогда все and we'll be through whole services. We'll go through whole services. No one will say знаете, будут такие собрания были, что then, никто не пророчествовал. Then we'll have another service where the mantle falls. И вот другие служения были, когда вот это покрывало опускалось. And we can't keep them away from the, from, и from мы не могли удерживаться, как только пророчествовать. И все пророчества. And we have to pastor that. И нам нужно тоже руководить, right. И следить, yeah. И пастырствовать этими собраниями. Now the last thing и последнее. That I said I would do differently. Что я говорю, что я бы сделал по-другому. И хочу вам сказать, что я уже позаботился об этом. I would not lose my temper and get angry. Я бы сдерживал себя, и не, вот, чтобы мои эмоции не давали себе знать. Чтобы гнев не выходил. The Bible teaches that leaders are supposed to be gentle. Библия говорит, что лидеры должны быть. I would find myself getting angry. Нежными. I'd лose my temper. I'd say things that I shouldn't say. Я терял свой контроль, и я говорил людям слова, которые мне не нужно было говорить. And I found myself just getting critical of people. И потом я находил, что я судил их. All they were wanting to do was help me. Потом я узнавал, что все, что они хотели, это всего лишь хотели, чтобы помочь мне. They would come up and say something to me, and I would just fly off the handle. Или они что-то мне говорили, а я на них злился, и я им отвечал. I had a woman one time that came to me after the worship service. Однажды женщина подошла ко мне после поклонения. And we were in the hallway, and there were a lot of other people. Мы были в коридоре, было много людей вокруг нас. But she was very gentle. И она была очень нежная. And she didn't say anything loud enough for anyone она else to hear. Она ничего громко не говорила, чтобы все другие слышали. And she said, "Pastor, I think you mentioned other denominations too much." Пастор, я думаю, что ты слишком много используешь другие деноминации. I mean, it's almost like there's a pride in you. Такое ощущение, что
можно услышать гордость. For not belonging to a denomination. Из-за того, что вы, ну, что не принадлежите этой деноминации. Because you mentioned the Baptist, the Потому что Methodist, вы упомянули баптистов, методистов, католиков. And she said, you know, there may be Baptist and Methodist and Catholic people sitting in the congregation. Вы знаете, что вы не принадлежите этим деноминациям, а вы знаете, что может быть баптисты или католики или методисты, члены этих церквей, могли бы находиться среди нашей общины. It just И вот это взорвалось внутри меня. I turned to her and said, "Who do you think you're correcting?" А я сказал, кого ты корректируешь? Don't you think I know what Baptists are? I was a Baptist at one time. Что ты думаешь, я не знаю, кто баптист? Я был баптистом. Do you really think Baptists and Methodists and Catholics are right? Что ты думаешь, на самом деле, что баптисты, методисты и католики они правы? If they're here and they hear that, they need to hear. И они были в собрании, то им необходимо было слышать, and что я сказала. И я уходил. And she was just left with a dagger sticking in her heart. И вот она оставалась с такой раной в сердце. And that happened more times than И это происходило много больше раз, чем я хотел. I would even mention. И я даже не хочу упоминать. This breaks my heart. Это сокрушает мое сердце сейчас. Two things happened to me. Две вещи, которые произошли со мной. I found out that hurt people hurt people. Я выяснила, что раненые люди ранят людей. If you're hurt, если ты раненый, chances are you're gonna hurt other people. Есть шансы, что ты будешь ранить людей. So I wanted to find out why I would get angry so quickly. Я хочу определить, почему я так быстро гневался. So I began to pray about it, and я начал the молиться, Lord showed me something. И Господь начал показывать мне. He said, "You were wounded by your father." И он сказал, потому что I tried to blame it on ты был ранен своим отцом. Hear me out. Послушайте, я не хочу сейчас обвинить моего отца. When I was growing up, and I was in athletics. I played football and ran track. Но когда я был еще мальчиком, я был атлетом. And if I may say so, in humility, I was pretty good. И вы знаете, я был очень хорошим, чтобы со смирением сказать, что я был хорошим спортсменом. My dad, in 4 years, my dad went to one track meeting. One track. In 4 years in high school, my father went to one track meet. Track concert. И за 4 года мой отец пришел только на одно соревнование. I ran the mile. Я бежал одну милю. Это километр 600. 1 kilometer 600 meters. I ran the mile and. Один километр 600 это была моя дистанция, по которой я бегал. I was one of the best mile runners in the whole state. Я был самый лучший бегун во всем штате на то время. My dad went to one. И мой отец пришел только на одно соревнование. And when it was over with, he complained about a mistake that he thought I made. И когда это соревнование закончилось, и он мне сделал замечание, одна ошибка, которую я допустил. We had a football team that won state 3 years in a row. У нас была одна футбольная команда, которая выигрывала в штате 3 года подряд. I played on that football team. И я играл в этой футбольной команде. My father went to one football game. И мой отец пошел на одну футбольную игру. And he picked out one mistake that I made. И он взял одну ошибку, которую я сделал во время этой игры. When I got home. И когда я приехал домой. He hit me with it. Он меня ударил. Ударил критикой. I realized that и I я was понял, carrying things like что that in my heart. Нес это в сердце своем. Toward my father. Относительно к своему отцу. It wasn't his fault. Это не было его вина. So I went to my dad and я пошел к своему папе. And I asked him to forgive me. Я попросил его, чтобы он простил меня. For not being a better son. Что я не был лучшим сыном. Because if I knew that if I could go to him. Потому что я знал, что если я мог пойти к нему. And just get this clear. И чтобы выяснить это. Something would happen and I would be released. То что-то бы случилось и я был бы свободен. So that's what I did. И вот что же я сделал. I met with my dad and I said, "Dad, would you? I know I could have been a better son." And
Я встретился со своим отцом, и я сказал: папа, я знаю, что я мог бы быть лучшим сыном, поэтому прости меня, что я не был лучшим сыном. He said, "Oh, that's okay." Он сказал: о, ничего страшного. I said, no. А я говорю: нет, нет. Will you forgive me? Прости меня, папа. Oh, son, you know, it's all right. Все нормально. А я говорю: папа, нет, нет. Will you forgive me? Прости меня. And my dad said, и мой отец сказал: yeah, I'll forgive you. Хорошо, я прощаю тебя. And the moment he did, it just оно было поднято. And something was healed on the inside of me. Было исцелено внутри. I didn't have to tell him one thing about the, how I was hurt. Мне не нужно было говорить о вещах, которые принесли мне раны. I didn't want to hurt him. Потому что я не хотел нанести ему рану. But I wanted it to be clear. Но я хотел, чтобы мы выяснили. And when that wound was healed up, и когда эта рана была исцелена, I lost my anger problem. Я потерял проблему с гневом. I'm not saying that I don't get angry every now and then. Я не говорю, что я не сержусь. It's not the same. О том я, но это не то же самое. It's not very often. Maybe honestly. Не так часто. You can ask my wife. Можете спросить мою жену. Maybe once a year. Может быть, раз в году или два раза в году. But I used to just get mad all the time. Но я раньше гневался постоянно. I carried this anger in me. Я носил этот гнев внутри себя. Speak harshly with people. Когда мы говорим сурово с людьми. It goes deep into their spirit. Это идет очень глубоко в их дух. I feel like there's some of you here tonight. Я верю, что сегодня здесь есть люди. You may have the same difficulty. Может быть, и у вас есть те же самые трудности. The same one that I have. Те же самые, что я имею. And I believe tonight could be the first step. Я верю, что, может быть, сегодня это всего лишь первый шаг. It's really not the coming to Christ. It's not becoming to Christ Jesus. It's not like Christ. It doesn't glorify Christ. Потому что это не прославляет Мессию. And those are the 12 things that. Эти 12 вещей, которые я назвал. That I would change. Которые я бы изменил, я бы сделал все по-другому, если бы вернуть время. I did change them. I have changed them. Я изменил некоторые и в процессе уже поменял и я нахожусь в этом процессе. Now that I'm back pastoring, I see these things very clearly. И сейчас, в то время, как я уже сейчас опять пасторствую, то я вижу эти изменения. I thank God that I have an opportunity. Я благодарю Бога за возможность, которую Он позволяет мне изменять. To do it again. Чтобы сделать вновь. So some of you here would like to be healed. И некоторые из вас not have to хотят, learn from experience. Чтобы быть исцеленными, чтобы не ожидать, like когда вы будете испытывать, проходить через это. Right, идите сейчас вперед, и я буду молиться за вас. И мы будем разрушать эти вещи. Может быть, вы пастор, может быть,